Программа «Осознать, простить, принять и проявить». Это наша новая программа. Вести ее будет Евгений Волков. Это программа для начинающих инфодайверов, которая позволит вам решить все вопросы, во всяком случае начать решать все вопросы в объективном восприятии. Для того, чтобы спокойно перейти в дальнейшем в субъективное. Потому что так уж работает наша психика, до тех пор, пока у вас есть зацепы в объективном, прийти в субъективное не получается. Как-то человек выпадает и становится коллективным вместо того, чтобы быть индивидуальным. Итак, программа состоит из 4 шагов. Первый шаг называется «Осознать». Что такое работа над собой? Что значит техническая база? Как ее наработать? Условия, при которых она нарабатывается? Первые шаги в работе над собой. Осознанный подход к своей жизни. Уметь чувствовать. И упражнение, которое развивает осознанность. Это первый шаг. Второй шаг. Простить. Перепроживание прошлого в осознании здесь и сейчас, практика применения и возможные результаты использования практик прощения, балансировка текущей жизни. Что это такое? Будут специальные упражнения на балансировку текущей жизни для того, чтобы вы смогли просто простить себя и окружающих искренне. Искренне, чтобы в тот момент, когда вы говорите «я простил», вы чувствовали любовь и радость к этому человеку, а не так «я простил, пускай он отвалится из моей жизни и больше никогда в нее не приходит, глаза мои не видели». Да? Прощение должно быть настоящим и искренним. И этому тоже будет посвящено время и определенные техники для работы в группе. Следующий шаг называется «принять». Принять себя и выстроить жизнь в гармонии с собой. Учесть, что я тоже есть в этой жизни. Я есть гармония, и со мной надо считаться. Я себя ценю, люблю и уважаю, я себя принимаю. Меняются инстинктивные реакции, включаются определенные состояния, и это все во время работы. Я и душа одно целое. Слышать и слушать, чувствовать и действовать. Строим свой мир. Что это такое, как все происходит. Создаем. Создаем себя и свою реальность. Итак, это третий шаг программы. И следующий шаг – это проявить. Чего хочет моя душа? Каково мое предназначение? Чем мне заниматься и как проявляться? Кстати, самые распространенные вопросы, которые задаются нам на стримах. Чего хочет моя душа? Каково мое предназначение? И услышать вы можете сами себя. И вот на этом курсе вы будете себя учиться слышать, отвечать и быть самими собой. Эта базовая программа, она рекомендуется абсолютно всем людям. Всем, кто хочет даже не заниматься инфодайвингом, а просто начать решать вопросы в текущей жизни, свои вопросы самостоятельно. Взять на себя ответственность за свою жизнь и начать жить и выстраивать свое счастье. Абсолютно осознанно, шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком. После этого курса у вас появится такая возможность. Курс продлится 5 дней с 19 до 22 часов, возможно, задержки по времени. Вести его будет Евгений Волков. Будут использоваться различные психотехники, как из инфодайвинга, так и из психологии. Главное, чтобы мы пришли к цели, чтобы вы услышали себя, свою душу и научились быть сами собой.